Всем доброго дня, меня зовут Александр, я основатель канала Decor Lab Art по нанесению декоративных штукатурок. У меня на канале вы можете увидеть очень много видеоуроков, также мастер-классов. Также, если вы являетесь моим подписчиком, вы ко мне обязательно можете обратиться, я вам всегда помогу. Также, самый главный вопрос, никогда не забываем ставить лайки и подписки на мой канал. Также ставить колокольчик, если нужно будет что-то подсказать, обращайтесь. Сегодня у нас суббота. У нас идет розыгрыш вот такого вот инструментика, это идет у нас пластиковая кельма. Постараюсь в 9 часов вечера сделать розыгрыш, потому что сейчас очень много работы на объектах, потому можно немножко задержаться там на часок или на два, но я постараюсь в 9 часов сделать сразу же розыгрыш, чтобы вы сразу же узнали, кто у нас будет победитель. Также еще очень важный момент, так как у нас будет новое видео, и там видео будет у нас Грота, да, и все-таки мы разыграем вот этот инструментик, это идет у нас Италия, это идет у нас фирма Коми, но в данном случае условия немножко будут другие. Если захотите вот этот инструмент, заходите в описание, смотрите, это будет все очень честно. Также будут варианты еще такие, что это будет не один инструмент. Я думаю, что там будет еще немножко пару подарков. Я еще не определился каких, но в дальнейших моих видео вы это сможете увидеть. То есть в данном случае все так же, как и были все условия. Вам нужно подписаться, поставить лайк, также комментарий. И еще один момент. Розыгрыш этого инструмента будет 3 недели. Для того, чтобы было больше шансов. И там иногда мне пишут, что там пропустили розыгрыш, ну в данном случае, чтобы этого не было. Потому 3 недели. Дальше у нас видео идет по Грота, если будут какие-то вопросы, обращайтесь. Внизу я еще раз говорю, есть все мои контакты на Facebook, Instagram, также номер телефона. Сейчас будет краткий обзор материала, которого нам нужно будет. Итак, первое это идет грунт глубокого проникновения. Дальше идет кварцевая грунтовка. Это идет именно кварцевая грунтовка с кварцевым наполнителем. Это не идет обычная грунтовка, то есть она должна быть. Дальше мы используем структурную краску. Это идет структурная краска, необычная, она тоже идет с кварцевым наполнителем. И дальше мы берем сам Мармарин Макси. Оно идет в разных фасовках, есть фасовки побольше, есть фасовки поменьше. Также есть сразу же декоративные воски для защиты, если вам нужно немножко дешевле вариант, мы берем тогда акриловый лак. В данном случае это идет панельный влагостойкий. Первое, что нам нужно сделать, это, конечно же, загрунтовать грунтом глубокого проникновения. Дальше мы грунтуем грунтом кварцевым. Наносим хаотичными движениями хрест-навхрест. То есть мы берем, наносим и даем, чтобы материал у нас полностью подсох. Наносим мы макловицей. Можно же валиком, если вы умеете хорошо им наносить. Но в данном случае лучше наносите макловицей. Дальше мы приступаем к работе на объекте. В данном случае у нас подложка, это идет у нас грунтовал заказчик для того, чтобы объект немножко был далековат, и чтобы я не катался два раза, он нам прогрунтовал. Но особенность была в следующем. Мы не знали, какой будет цвет, потому и грунтовка, и кварцевая идет в белом цвете. Но в данном случае при работе на объектах и на больших объемах этот грунт кварцевый нам нужно будет, чтобы был тонированный в цвет финишного покрытия, то есть самого материала. В данном случае сейчас мы наносим структурную краску, она идет с кварцевым наполнителем. Сейчас мы затягиваем ее на сдир и дальше прокатываем структурный валиком. Прокатываем именно структурным валиком, потому что при нанесении в разные стороны, когда вы раскатываете, у него будет рисунок одинаковый, у него не будет ни больше, ни меньшего узора. Также есть вопросы, можно ли катать обычным валиком. Да, обычным валиком можно катать, но лучше всего, чтобы был ворс не очень большой. В среднем для таких оснований это чтобы был где-то 13 ворс, не больше. На больших ворсах будет очень сильно поднимать структуру, в данном случае нам этого не нужно. Если есть возможность, лучше взять, конечно же, структурный валик. В данном случае это идет очень мелкий структурный валик, фирма идет Харди. Мы сейчас полностью закатываем и даем, чтобы материал у нас полностью подсох.
после того, как у нас подложка, первый слой полностью подсох структурной краской, сейчас приступаем к нанесению самого мармарина Макси. Мы делаем небольшую набивочку, берем немножко материала на крышку и набиваем на саму стенку. В данном случае техника идет очень простая, несложная. Здесь самое главное делать равномерный рисунок и в дальнейшем равномерно его загладить, чтобы не было никаких нюансов, также не было ни большого рисунка и ни малого. Рисунок должен быть одинаковый. Самый большой плюс в данной технике в том заключается, что очень легко делать на больших объемах и не будет видно никакой стыковки. Также очень сразу же будет вопросы, что или комментарии, что это делают свои шпаклевки, ребят. В данном случае все можно сделать из других материалов, но для того, чтобы у вас было хорошее основание и крепкое, мы используем мармарин. Да, там есть варианты, когда берется шпаклевки, но вы ее так не заполируете, вы ее так идентично не нанесете, то есть рисунок будет разный. Может, на камере это будет сложно передать, но в реальности результат очень сильно разнится. После того, как материал немножко у нас подсох, мы сейчас берем и заглаживаем. Мы берем, когда материал у нас полностью подхватился, и он не прилипает и очень сильно не размазывается, мы просто берем в разные стороны и его заглаживаем. Если вам нужно, чтобы материал очень хорошо заполировался, вы еще через некоторое время еще раз полируете. И на мармарине, когда мы его полируем, он не будет чернить. Если вы берете обычные шпаклевки или структурные краски с кварцем, напалите не с мраморной крошкой, они будут кидать чернотой и будут на больших объемах как черные разводы. В данном случае вот в чем самая особенность этого материала. Как бы вы его ни полировали, он никогда вам не даст серые полосы. И так, как уже говорится, мы сейчас полностью берем, наносим, заполируем и даем, что материал у нас полностью подсох. Дальше мы готовим финишный слой. У нас идет воск или лак и добавляем перламутр. В данном случае это на объекте у нас наносилось золото, но видео взялось серебром с аналогичного объекта. Но так как я уже говорил, здесь заливалось серебро, но на объекте мы заливали золото для того, чтобы у нас были стены золотые. После того, как мы взяли и добавили металлик, мы берем и перемешиваем. Оптимальная пропорция металлика будет 2,5 литра лака или воска. Мы добавляем 0,4 литра перламутра. Это будет самая оптимальная пропорция. И также после того, как у нас полностью все подсохло, мы берем, просто закатываем. Еще у нас немножко бегает картинка, это у меня снимал заказчик. Он, кстати, постоянно, когда его не что-то делаю, он постоянно со мной. Ему очень интересно, и он всегда смотрит. Потому, если что, это заказчик так снимал, это не у меня камера так дрожала. Так что, в принципе, ничего здесь сложного нет. Самое главное, это смотреть по технологии, что и как делать. Так что, ничего сложного нет, берете, пробуйте. Также сразу же хочу сказать, все необходимые описания материала есть внизу в описании, то есть что, какой материал, как, что мы добавляли. Также есть все мои контакты, если нужно будет что-то подсказать, обращайтесь. Также есть контакты на Instagram, на Facebook. И самый главный нюанс, не забывайте про розыгрыш, берите участие. Самые главные условия есть внизу в описании тоже, как и что нужно сделать, чтобы участвовать в этом розыгрыше. И самое главное, пишите, что вам нужен инструмент, и подписывайтесь на меня, ставьте лайки. Всем хорошего дня, до свидания.